Выбираем. Я как бы не отменял свой приказ. Зэк, я отменяю свой приказ, встаньте на главную линию. Скучкуйтесь. Шапка килл. С шапки. Так. Что мы сыграем? Не, встаньте в главную камеру. Ой, в главную клетку. Ты сам ему сказал, дай командовать. Встаньте на мой маркер. В клетку зайди, в клетку зайди. Встаньте на мой маркер. Я не показал. Кстати. Видите, где маркер? Вот там. Ладно, и два зэк. Нет, тогда. О, спасибо. Так, зэки, мы сыграем в игру под названием «Король». Расскажу правила. Есть король злой и добрый. Добрый выбирает подарки, а злой говорит, кого убить. Встань на маркер. Я сейчас напишу в чат слово. Кто его быстрее напишет, тот и станет королем. Каким захочет. А, ладно. Так, давай, встань на... Ты встань на маркер. Ты будешь королем злым или добрым? Заключённый, встань к маркеру. Ты будешь королем злым или добрым? Так, Симпл, подойди к королю и скажи, что ты подаришь ему на день рождения, там, ну что. Вроде тебе это надо. Ну, пока, который стоит 600 тысяч рублей там. Да или нет? Надо
он сказал надо, а не не надо. Симпл, встань в этот на этот синий стол. Следующий дорогой, скажи нашему королю, что ты хочешь ему подарить. Тебе это надо? Кому не надо? Надо, да. Так, все встаньте на маркер. Просто нет больше зэков. Кстати... Баланса нет. А, ладно. Встаньте на мой маркер, который сзади вас, возле стенки. Вас трое, сыграем в крысу. Дорогой, встань на мой маркер. Встань на мой маркер. Симпл, встань на мой маркер. Его ник невозможно выговорить. Так, заключенные, покажите, кто тут крыса. За кого на меня нельзя показывать. Ладно. Окей, Даркбой, скажи, кто крыса. За тебя один голос. Симпл, кто крыса? Ладно. Кто давай, покажи, кто крыса. Ладно, встаньте на... Хотя... Друг бой, если один голос, то убивать его или надо два голоса же, да? Окей, встаньте на возле стены на мой маркер. А. Точняк. О, сижу. Бокс. Не сыграем. Не равенство. Я в тебя верю, сейчас отключу. Окей. Жесть, так он выиграл в крысу, получается. А расскажи правила антимята. Какие правила? Саймона. Так я Саймон. Давай ты мне правила расскажешь и будешь весь раунд приседать, чтобы не выебывался. Либо окей. Саймона возьми в следующий раз и там уже поговорим. Здорово, я хорошо. Саймон, все зэки бегут на главную линию.
по прибытию никто главную линию не покидает 3-2 раз. Главная линия 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1. It's time to choose. Так, сыграем в игру, нажми 6. Кто 6 нажал, тот молодец. Капец, все молодцы. Сколько у нас? 7 человек, да? Так, я отменил предыдущие приказы 3-2 раза. Жеки скучковались под маркером в ровную линию. По прибытию стенку не покидаете. 3, 2, 1, 0. Да, давайте в одну ровную линию. В ровную линию. КТ, иди сюда. Мне нужен. Иду, иду. Все, давайте как-то в ровную линию. По горизонту, ребята. Горизонтальную линию. А Мика не пришел. Ну и ладно. Зэки скучковались в одну ровную линию. 5, 4, 3, 2, 1. Все хорошо, сыграем сами в игру, называется дартс, объясняю правила игры. Ваша задача будет попасть по бегающему КТшнику мячиком. КТшнику разрешается носиться по зоне, которую я сейчас выделю. Окей. Ты понял, да, короче? Вот этот квадрат полностью в твоем распоряжении. Всем же остальным зэкам запрещается покидать свои места. Ваша задача просто попасть в КТшник, у вас будет у каждого по 3 попытки. Если справляетесь, то, ну, выживаете, если нет, умираете. Вот, добавок, запрещаю КТшнику прыгать, а то сильно сложно им будет. Все, вот так пойдет, да? Пойдет нормально. А приседать можно? Приседай. Запрещаю боксировать одному. Так, первый у нас будет симпл. Симпл разрешаю взять мяч, вернуться обратно и, ну, пытаться попасть в КТшник. Он вот снеговичок. Так. Твоя попытка, возвращайся, бери мячик, пинай еще раз. Если сидя пинать, то мячик дальше полетит, бро. Ну почти. Надо было еще прыгнуть, тогда бы точно попал. Да-да, Влад, да-да. Твоя очередь. Можешь и садиться, и прыгать, но от стенки отходить запрещено. Пинай лучше сидя. О, хорош. Да-да, да-да. Отменил для тебя предыдущий приказ, иди на футбольное поле, его не покидай. Следующий Егор, если что. Егор, поехали. Хорош, Егор на футбольное поле. Командир следующий. Последняя попытка, командир. Увы.
Даркбой, Да, с первой следующий. попытки. Почти. Все, Даркбой отменил предыдущий приказ на футбольное поле идешь. Никитос, давай ты. Финальный, и молодец тоже. Все, Зеки, отменил все предыдущие приказы, идите на футбольное поле. Зеки скучковались под моими выстрелами в ровную линию. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Не, футбола не будет. Я не могу оружие взять. Странно. Ну и не надо, ты футболист. Они тебя ударить не могут. Ты там, радуйся. Ты бессмертен после всей. Привет. Все, пойдем. Ну все, я же тебя поймал, все честно. Зеки, запрещаю вам драться, махаться, кулакаться, там тыры-пыры 1-0, идите все, кучкуйтесь в одну ровную линию под выстрелами. 3-2 раз. Что у вас нечетное количество какое-то. Сюда, иди ко мне. В общем, ты с ними участвуешь, бро, иди. Ты тоже зэк. Все, хорошо, в общем-то, команда синеньких, это у нас Мика, Деда, ВДД и Бро. Встают вот сюда на ворота, все втроем на ворота. Команда красненьких, оставшихся вот сюда на ворота. Выходить за ворота зэком я запрещаю, 3-2-1-0. Вы стоите строго под ними, передвигаетесь тоже под ними. Все, примерно вот такой радиус у вас есть. Вот примерно вот так можете передвигаться. Нормально, козла объявляю красным 1-0. Давай. Сейчас я тебя цвет попробую поменять. Блин, все равно красный, Никитос. Что за дела? Ну-ка, стой тут. Все, переобули тебя. Короче, играем в игру, называется «От ворот до ворот». Объясняю вам правила игры. Ваша задача с ворот пытаться забить в этот ворота врага. Вот. За ворота вы сами не исходите. То есть вот где вы бегаете сейчас нельзя, только на своих воротах. Оттуда и пинаете. Так вот и будете фигариться. Сейчас ворота заспавню как-нибудь. Окей. Нормально. Все лучше. Ты застрял в них, Егор? Нет, не застрял. Все отлично. Короче, красные начнут, если что. Давайте до двух голов играем. Играем нечестно, с прыжками, с гравитацией, там, тыры-пыры, но вот за радиус, который я рисовал, выходить нельзя. А ой, ну-ка, подождите, отмена тут. Ворота задом наперед. А, ну и так работает, в целом-то. Ну, стоп, игра была. Сейчас ворота починю, подождите. О, не могу, короче, я уже ничего поменять. Давайте, фигайтесь так.
Поехали. Короче, в этот, на грани нервного срыва, будучи разъяренными заключенными, которые несправедливы там, с которыми несправедливо обошлись, вы закончили играть в этот футбол. Вот, и между собой просто устроили мордобой. Да, блядь, подождите. Новый. Прыгай. Да, все, вот. Вы разъяренные, короче, этот около футбольщики, убиваете друг друга. Нет, ты смотри. Скажи, когда кто-то был. Ничего, пока. Подожди, я сейчас приду. Минуту. Здорово, зэк, я ваш Саймон. Саймон говорит, вы все идете в главную клетку. 3-2 раз. Малейшее отклонение. Килл 3-2 раз. Повезло ему, у меня нету. О, спасибо. Короче, да. Зэки, будем играть сами в игру, называется Бешеный Ёж. Объясняю вам правила игры. Я вам сейчас кидаю дигл, вы его кто-то, один из вас подбирает. Кто успел, тот подобрал. Все, Мика успел. Вот, объясняю суть игры Бешеный Ёж. Ну все, там не то оружие, нафиг. Нельзя покидать главную клетку, кто не в ней умрет. Кроме ПД, естественно. Вот, ваша задача будет убегать от Бешеного Ёжа. Вы будете бегать внутри главной клеточки. Вот тот, кому будет ближе всех Бешеный Ёжик, тот и умрет. Все, поехали. По окончанию электронного отчета все зэки замирают в своих позициях. 10. Ну, начали. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дота не запускается, там это. Никита, пусти меня, пожалуйста, обратно. Там обновление сети за. О, какой ты хороший. За обновы дурацкий. Так, поехали, опять включаю отчет. Бешеный ежик все еще. Мика. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ты проиграл. Прими достойно. Догнать его? А, ну ладно. Слушай, теперь я тоже вооружен и опасен, если чем. Так давай я тебе калаш дам. Да зачем, у меня есть круче. Зэки, отменил для вас все предыдущие приказы игры. Занимайте один уголок своей клетки и не покидайте его. 3-2-1-0. Любой угол совершенно. Все, хорошо, зэки не покидают его и смотрят до упора в него 3-2 раз. Ну или пофиг, можете не смотреть, просто не покидайте. Короче, играем в покер, объясняю правила игры. Я прошу вас выполнить какое-то действие, тот, кто выполняет его первым, получает возможность подойти и треснуть другого заключенного. Вот, играем честно, без скорости, гравитации, покупки хп там и тому подобного. 3-2-1-0. Сейчас, если у кого-то больше хп, надо уравнять. Не все честно. Вот, разрешается зэку ударить только один раз, только правой кнопкой мышки. Ага, ага, ага. Что, закончили игру? 3-2-1-0. Вставайте у стеночки. Давайте к стеночке вот сюда. Будем играть в метание дропа. Метание дропа будет на меткость. Вот мишень. Вот она. Видите, красивая? Потому что я ее рисовал. А ваша задача попасть в ее центр. Тот, кто справится, тот выиграет. Выигравший выжил. Все, начали игру 3-2 раз. А кто не пошедет его убить или у него будет... Они по очереди. А. Скоро пойду. Мика, ты проиграл. А чё я такой живучий? Пиздец, давай напишем килл в консоль. Окей, сейчас.
У меня есть. А, не, мне показалось, что ты спросил, у тебя есть микро. Что? Так ты тут уже давно играешь, но я могу стать Саймоном. Давай я тебе правила скажу, как играть. Выкинь их уже. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Выкинь его уже, ты как... Я не вижу твой ник. Правильно тебе сказать? Окей, Саймон, это игра. Короче, становишься за Саймон. Саймон должен говорить четкие и понятные команды, ой, приказы, отчет, баланс, чтобы, ну, правильно был баланс игры, чтобы было все окей. Что еще тебе сказать? Проверка микрофона. И все. Угодила. Да. Если ты что-то будешь неправильно говорить, я тебе подскажу. Да-да. Никита, кинь оружие. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. А, да, точняк, мне нельзя командовать. Я же ловил её. Теперь ты меня лови. Извиняюсь. Так.
Так, Джеки, после открытия клеток не подаем признак жизни. Да? Подожди. Охране надо смотреть, чтобы не убегали заключенные. Командовать охране нельзя и... Фрикил нельзя, да. Так, Джеки, отменяю свои предыдущие приказы и становимся в главную клетку. Начинаю кидать гранаты. Так, Джеки, не придаем признак жизни, я сейчас выйду. Охранник, смотри, чтобы они не подавали признак жизни. То есть не трогали клавиатуру и мышь. Да. Что? Мика. Ладно. Подожди, возьми Саймона, я сейчас приду, у меня там некоторые дела есть.